Обладать собственным жильем – заветная мечта и право каждого человека. Однако необходимо помнить, что приобретение дома, кроме приятных хлопот, возлагает на хозяев определенные обязанности, одна из которых установлена Налоговым кодексом Республики Беларусь. Речь идет о налоге на недвижимость. Обязательства по его уплате зависят от применяемой системы налогообложения, если вы индивидуальный предприниматель или если организация-арендатор применяет в своей деятельности упрощенку. Налоговым кодексом предусмотрено, что организация-арендаторы, применяющие упрощенную систему налогообложения, и признаваемые плательщиками налога на недвижимость вправе не исчислять налог на недвижимость, если общая площадь недвижимого имущества, включая арендованные у физических лиц и индивидуальных предпринимателей объекты, не превышает 1500 метров квадратных. При этом следует отметить, что данное освобождение от налога на недвижимость не распространяется на капитальные строения, здания, сооружения, их части, машины, места, переданные в аренду, иное возмездное или безвозмездное пользование. Если в распоряжении организации арендатора, к примеру, помещения торгового центра, павильоны которого сдаются в субаренду, налог на недвижимость эта самая организация вправе платить именно за сдаваемые квадратные метры. При этом площадь арендуемого организации здания не должна превышать 1500 квадратных метров. Налоговая база налога на недвижимость в отношении зданий и сооружений, расположенных на территории Республики Беларусь, взятых организациями в аренду у физических лиц, определяется исходя из стоимости таких зданий и сооружений, указанной в договорах аренды, но не менее стоимости этих зданий и сооружений, определенной исходя из их оценки. Также следует обратить внимание, что организации при заключении с физлицами договоров аренды капитального строения, его части или машины места в течение 30 дней с даты заключения таких договоров обязаны представить налоговые органы по месту постановки на учет их копии. Более подробную информацию об исчислении налога можно получить в налоговом органе по месту жительства.